Я жажду этот мир. Любимый, коснись это поколение. Иисус, коснись это поколение. Любимый, я одного прошу тебя. Когда я езжу куда-то, Бог, я хочу вести тебя. Я хочу привозить тебя. Мне скучно от себя, мне скучно от проповедников, мне скучно. Я хочу вести тебя. Мне неинтересны люди, Бог. Мне интересен ты, ты мой фокус. Я хочу вести тебя. Хочу говорить о тебе, хочу дышать тобой. Эта атмосфера, она просто покрывала людей. Чтобы у Иисуса друзей становилось больше и больше. У Него много рабов, у Него много слуг, у Него много спасенных. У Него так мало друзей, которые просто хотят быть с Ним. И нет другой причины, просто хотят быть с Ним, любить Его, целовать Его, обнимать Его. Вот где кроется секрет. Просто любить Его. Ничего не просить, потому что это уже не дружба. Это уже отношения по выгоде. Он не хочет дать. Он хочет. Но Он хочет видеть, что твое сердце принадлежит Ему. Причине. Потому что девки на стороне, никакой парень давать ничего не собирается. Я заметил, парни начинают располагать свои сердца к тем, которые по-настоящему любят их и решили провести свою жизнь с ними. Когда я начал встречаться с моей женой, это еще тогда не была жена, это была невеста. Я тратил последние деньги и делал вид, что у меня еще куча есть. Только по одной причине, потому что мне хотелось все сделать ей. Почему? Потому что она сказала мне «да». Она сказала, что я принадлежу тебе. Она взяла это кольцо. Она была обручена. Как много церковь теряет, потому что она просто жаждет вещей. Мне так стало позорно, когда Иисус мне это открыл много лет назад. Он говорит: сынок, ты даже не представляешь, как я хочу много вам дать. Но я не даю, потому что я в вас не уверен. Потому что как только я дам, ты будешь с другим. И мои подарки, это просто будет понты для какой-то девки, которая будет рисоваться перед другим пацаном. Я сказал: Иисус, а что? Он говорит: я хочу завалить вас всех любовью. О подарках даже разговора нет, только в том случае, если я уверен, что ваше сердце мое. Но уникально то, когда я ему отдал мое сердце, мне плевать на подарки. Вот в чем секрет. Я сказал: Иисус, так это ж какой-то прикол. Теперь я не хочу ничего.
А он говорит, а теперь я тебе дам. Те, кто невесты, вы абсолютно поймете меня. Вы знаете, до моей жены у меня было несколько встреч с другими девушками, знаете, и я абсолютно видел этих девчат, этих девушек, которым не нужен был я. Я просто был еще одной качалкой, из которой они выкачивали финансы для того, что им хотелось. Но вы знаете, когда я познакомился с моей, мое сердце настолько было открыто. Оно и сейчас открыто. Оно по сей день открыто. Но тогда это было так свежо, так понятно. И девушки, они ничего, я заметил, ей ничего от меня не надо. Она ни разу у меня за год нашей встречи, подготовки к свадьбе, ничего не попросила вообще. Я сижу и думаю, ну, может, она скажет мне что-нибудь, может, попросит. Думаю, ну, попроси, я же дам. Попроси, я вот кучу денег привез, они мне не нужны. Я приехал в ту Калифорнию, опять получил зарплату, там, 2-3. Я думаю, я что хочешь могу купить тебе. А она не просит. Поэтому, дорогие, если ты находишь себя в той позиции, где ты просишь, мне тебя просто жаль, потому что я гарантирую, ты не получишь. Но если ты находишь в той позиции, где ты даже не хочешь упоминать о всем, что ты хочешь, ты сфокусирован на нем. Тебя влечет он, его присутствие, его любовь, его свет. Тебя не волнует призвание, ты пристаешь просто искать чего-то, помажьте меня, помолитесь, я вот хочу, я вот ищу. И ты просто затыкаешься. Успокаиваешься и говоришь ему, любимый, я ничего не хочу, кроме тебя. И как раз эти и получают. Так мало людей, которые ходят в славе, потому что те, кто ходят в славе, они искали его, а те, кто ищут славу, чтобы Иисус поделись со мной, я ж тоже неплох. Иисус не поделит с тобой ничего. Сколько церквей, сколько семей в нуждах, в боли, разочарований, потому что они ищут, Иисус, дай. Иисус, как старик Хаттабыч, как лампа, которую потерли, когда надо, и Бог, как щука, да, и Иван, дурак на печи. И он просто ловит по моему хотению, вот где проблема. По моему хотению, по Божьему велению, явись хрень в моей жизни. Любая хрень. А кто будет искать его сердце? Ну, а люди потом начинают прикалываться. Ну да, у тебя же все есть. Да ничего не надо. Секрет в том, что никто этого не ищет. Я этого не ищу. Мне плевать на все, что у меня есть и будет. Я не ищу его, об этом не заикаюсь вообще. Я ищу его, я стучу к нему, я рвусь к нему. Я хочу любить только его. Настоящая невеста никогда не будет любить вещи. Она будет любить любимого. Настоящая девушка никогда не будет говорить, вот, не даешь мне долго, а зачем мне этот Бог? Ничего нет. Вы знаете, Бог как тот парень, который не собирается расточать свое богатство, потому что он не уверен в тебе. А может быть, ты сейчас возьмешь все, и сколько я видел таких людей. Взяли все и срулили. Жить своей жизнью, расточать. А Иисус так ищет любви. Представь, все небо в твоем распоряжении, если твое сердце принадлежит Ему. Ты можешь себе только представить? Все небо в твоем распоряжении, если ты научишься любить. Если ты не научился любить, ты будешь просто попрошайкой.
ты будешь против, тебе всегда будет не хватать. Вот если вот сейчас ты себя ловишь на том, что мне мало, мне не хватает, мне жаль тебя. Тебе должно, потому, знаешь почему? Потому что любовь, она дана тебе прямо сейчас, вне лимитов. Любовь дана тебе абсолютно, бери ее, ешь, вот он Бог, ищи его, беги к нему, люби его, давай ему комплименты, будь захвачен им. Но нет, Иисус, купишь колечко, пойду за тебя, купишь машину, буду с тобой. Как мало настоящих, тех, которые любят его. Я молю Бога, чтобы это поколение просто не заимело очередной уровень мудрости, помазания, чтобы это поколение влюбилось в Него. Все остальное будет следовать за этими людьми. Мне так жаль людей. И не тебя обзывают, ты там, ты сребролюбник, ты... Нет. Ты только что рассказал мне, что в твоем сердце. Ты завистник, ты... О, спасибо, я теперь знаю твой синдром. Thank you. Кто-то тут... Вы поняли, да? Тебе иногда кажется, что это мне люди говорят? Они тебе... Они только что себе диагноз поставили. Они любят бабки, потому что только ты что-то там... Что-то заявил Бог. У них зависть к твоей позиции. У них... И вот эта церковь в своем большинстве. Иисус, дай мужа. Если бы можно было услышать наши молитвы, мы бы все ржали. Искал я человека по сердцу моему, который исполнит мои намерения. Там не написано, искал я девку, которой исполнить все, что она хочет. Ищу я человека, который меня просто вот запопрошайничает. Я ищу человека, который исполнит мои намерения, который захочет быть со мной, который будет рядом. О, Иисус! Как далека еще церковь от настоящей реальности. Люби его. Я тебя умоляю, ничего не проси у него, потому что это самое дешевое, что только может звучать. Как будто всезнающий не знает. Как будто всемогущий не может. Если всезнающий знает и всемогущий не делает, значит причина в другом, не так ли, церковь? Причина в другом. Для тебя это важнее, чем он. Для тебя что-то важнее. Мне так нравится, знаете, на молитве такой, просто такой мир пришел. Любовь просто покрыла. Мне даже слова убежали. Мне просто хотелось пропитываться и пропитываться и пропитываться его любовью. С раннего утра Бог знает мое сердце, я ищу это. Если я не могу сбежать с дома, я одеваю наушники, и мои мозги убегают из дома. Я ухожу в него. Скажи мне, тебе скучно быть самому? Тогда у тебя нет друга. Серьезно? Если ты ловишь себя в одиночестве, и ты не можешь провести полчаса один, у тебя моментально игра, телефон, друзья, звонки, текст-месседжи, мне жаль тебя, у тебя нет друга. Ты знаешь, как я балдею в своем собственном присутствии? Часами, днями. Он свидетель, он сидит у меня. И кто меня в реальность приводит, это жена, которая звонит. Ты дома когда будешь? Она в курсе, она не напрягает. Она говорит, ты когда будешь? Я говорю, часиков через 3, 4, 5. Серьезно, я не шучу вообще. Это моя жизнь. Я уезжаю в него. Я утром проснулся и ушел. Мне так не скучно быть одному, потому что у меня сейчас есть возможность побыть с ним. Те люди, которые говорят, я не могу молиться, как ты можешь молиться? Я говорю, как ты можешь не молиться?
как можно не дышать. Вот сейчас закрой рот и не дыши. Насколько долго тебе хватит? Ненадолго. Почему? Потому что воздух — это жизнь. Можешь представить, для твоего духа он жизнь. Если ты это не понял, бедный ты человек. Он кислород для моей жизни. Я потребляю, я не могу без него. Как это? Наоборот, я хочу все закрыть, забить, выключить все. Я хочу быть с ним. Конечно, есть время с друзьями, есть время служения, есть время готовиться к темам, там, к проповедям. Есть такие, знаете, пробивные молитвы. Но основная часть жизни – это ты и он, и все. Мир. Мир, любовь. Обнимашки, целовашки только с ним. Если больше станет вот влюбленных в него, вы знаете, как все вокруг изменится. Представь, к тебе подходишь, я у тебя спрошу сейчас, что-то хочешь? Ты скажешь, ничего не хочу. Я полностью доволен моей жизнью. Ты знаешь, что Библия говорит, что быть благочестивым и довольным – это целое приобретение. Довольным – это не говорит о том, что наконец-то ты купил все, что хотел. Как только ты купишь все, что ты хочешь, выйдут новые модели. Часов, телефонов, машин. И теперь нужно ремодел дома делать, потому что плитка устарела. Нет, эта Библия вообще об этом не говорит. Довольным — это полностью быть довольным на любом уровне. Ты бомж, ты должен быть доволен бомжатником. Потому что это твой уровень. Кто-то понимает меня? Уровень. Ты поднялся дальше? Доволен там. Поднялся дальше? Доволен там. Ты должен сейчас быть полностью доволен всем. Thank you, Jesus. Воздай ему славу. Он такой классный. Меня так затянуло. И опять потекло небо. Аллилуйя. Так классно.